Здравствуйте, дорогие друзья. Маме моей от суставов приписали вот такое лекарство. Подорожало, кстати. Стоило 400 рублей. Сейчас 1000 за 28 таблеток. Но поразило не сама лекарство. Лекарства разные бывают. Но поразила инструкция на нее. Чтобы вы не подумали, что это газета, может, плохо видно, но вот оно. И вот так это выглядит, это красота. Смотрите, какое чудное издание. 80 сантиметров длиной и 55 шириной. С одной стороны. Вот. Переворачиваем с другой. И все это мелким текстом. Очень доходчиво. С разными таблицами, с графиками действия этого лекарства. Вот так. Стены сделаны в Нидерландах. Она сделана. Инструкция на русском языке. Ну, бывало разные. Видел инструкции. Обычно на нескольких языках. Здесь все на русском. И главное предупреждение. Перед применением внимательно изучить инструкцию. Вы себе представляете, как это можно внимательно изучить? Оставьте свой отзыв. Ну, просто, как говорится, ржу не могу. Всего вам доброго, друзья. И удачи. Чудненько, правда ведь?